Вот у нас сколько их. Привет, ребята, подписывайтесь. Да, ребята, привет. Подписывайтесь. Мы сегодня собирали яички. Видите, сколько мы собрали? Такое большое и вот такое гигантское яйцо. Оно просто гигантское. Посмотрите, какое оно в сравнении с обычным яичком. Просто гигантское яйцо. И вот есть еще чуть побольше яичко. Давайте же скорее смотреть, что нам принес зайчик в этих яичках. Давайте. Какие там сюрпризы? Как, с какого мы начнем? С красного. С красного? Это красивый цвет. Что там попалось? Вот какая. Вот это да. Какая интересная машинка. Расцветка у нее интересная, да? Какая-то леопардовая или не знаю какая. Ну, давай. Вот, давай мы вот сюда будем ставить. Будет тут у нас парковка. Вот. Опять красная. А здесь что? Какой-то БТР, танк. Военная какая-то техника, да? Танк, по-моему, с колесами. Да? А ну, покажи сбоку. О, у нее что-нибудь крутится, нет? Ничего не крутится? Ничего, просто я не знаю, вниз, назад. Ну, как она ездит, покажи. О, как она ездит. Вот какие. Теперь у нас какой этот цвет? Оранжевый. Оранжевый? Нет, смотри, крутится, поворачивается у нее, видишь? Просто посильнее надо надавить. Вот кто нам попался. Кто это? Это не машинка, это... Прямо как машинка, да, расцветка? Зверюшка такая. Как она называется? Леопард. На леопард, наверное, в пятнышко. А это у нас кто? Медведь. Да, белый. Зимний. Белый мишка. А это что это такое? Ёлка. Ёлочка. Наверное, какой-то набор будет. Давай дальше искать, что у нас. А что тут? Ух ты! Еще какая необычная машина. Это какого цвета яичко было? Желтого. Желтого. А по нём машинка какого цвета? Зеленого. Зеленого, такая в полосочку черную, да? На зебру похоже. Давай я вот сюда. Вот они какие интересные. Написано зебра, да. Вот интересно как. Ну, давай, выбирай еще. У нас есть. Это... Ты с маленьких решил яичек. Да ну давай, темно-голубое. А что же в нем? О, а в нем попалась белая машинка, да? Белая. Точно зебра прям. Вот они какие у нас. Ну, давай дальше смотреть. Что еще? Какое выберем? Синий. Вот это, вот это. Какой цвет? Синий. Ну, это голубой, да? Голубой, да. Голубой. Давай, открывай. Дай я помогу. А то... Оп. Вертолет. Ух ты! Опять военная техника попалась. Вертолет. Почему-то с двумя пропеллерами вертолет. Странный вертолет.
А, вот так вот он должен выпрямиться. И вот у него один, там он так быстро крутится. Видишь? Он так вот крепится. Два у него пропеллера. Вот какой у нас вертолет военный. Давай его паркуй. Давай мы этих сюда переложим. Во. А военную технику сюда. Ну давай, паркуй. А то нам еще много открывать. Давай. Ух ты! О, какой военный вертолет. Сиреневая. Сиреневая яичка? И вот какая попалась. А что понятная это попалась? Машина. Тоже военная, с да? Вот. Наверное, с какими-то ракетами. Непонятно. Ух ты! Да, непонятно. Стреляет, наверное, едет и стреляет. А двигается у нее ракеты, двигаются? Двигаются, да? Ну, покажи, как они двигаются. Вот так двигаются. Ну, давай, паркуй сюда. У нас тут целая парковка. Так, а что же еще у нас осталось? Из маленьких. Давай маленькие откроем. А второй серии мы будем открывать большие, да? Ого, какая. Ого. Прям серая такая вот. Темно-красная яичко было. Фура. Ну, покажи, не видно. Ух ты. Тоже такая, как зебра, только желто-оранжевая. Вот она какая у нас тут. Ух ты. А, это как тигр. Тигр полосатый, да? Вот у нас какой. Ух ты. А какого цвета яичко? Коричневое. Коричневое. А вот какая у нас сейчас попалась. Еще попалась военная машинка, да? Все тут с бампером. С бампером? А что-нибудь у нее двигается? Вот это двигается. Ух ты. Ну давай, клади ее. Как она едет? Давай мы. Ух ты, расцветка у нее какая. Как она едет? Вот это да. Теперь будет бомба. Это граната. Опа, как ты ее легко открыл. Фура тут попалась. Фура. А к этой фуре, наверное, должна быть какая-то, какой-то прицеп. Наверное, этот прицеп или в этом яичке, или в этом. Ребята, как вы думаете? В следующей серии сейчас вы посмотрите и узнаете, какой прицеп у этой фуры. Да? А пока паркуй фуру на место, и мы будем смотреть вторую серию нашей распаковки яиц. Теперь гигантских яиц, да? Пока-пока, подписывайтесь. Подписывайтесь.